Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой награды, и я смотрю, меня с Лиги Мастеров сбросили, что ли? Ну-ка. Ты посмотри на них, а? Ну ты, вот ты полюбуйся на их наглость, друзья. Они меня взяли и скинули в Лигу Сёгунов. С Лиги Мастеров. Нет, нет, и еще раз нет. Такого я себе позволить не могу. Ребята, у меня 10 откатов, и я, пожалуй, начну их разбирать. Давай, наверное... Слушай, ну, в принципе, кожеголовой должен, ребят, нам здесь подсобить. Именно своим кувырком. Я думаю, что он их разнесет в хлам. Сейчас мы глянем на эту процедуру. Опа. Так, добьешь? Красавчик. Умничка. Тут по-другому не скажешь. А могло бы быть все намного хуже. Могло бы быть. В общем, цель, ребят, сегодняшняя — вернуться нам в Лигу Мастеров и, естественно, получить, ну, две звезды хотя бы в Лиге Мастеров. Я уже про три звездочки не буду, конечно, замахиваться, но по идее и было бы логичнее всего получить именно три звезды сегодня. Но вряд ли, конечно, ребят, это получится. Потому что я даже скажу, что не хватит бойцов, скорее всего, у меня. Откаты — это не проблема. Откаты я могу приобрести, купить в крайнем случае. У нас есть там с тобой валюта, мы ее можем приобрести. А вот персонажей, к сожалению, ребята, запаришься через откаты восстанавливать, чтобы проходить одну волну за другой. Потому что их слишком много нужно будет. И это слишком крупные траты. Если бы было бы много бойцов, то дело в откатах — мелочь. Просто мелочь. Я бы по одному откатику тратил, брал бы к нам в команду Маузера. И за счет него, конечно же, все тут разбиралось, как говорится, с полтычка. Давай. Не забывайте, друзья мои, что на следующей неделе, в понедельник, у нас будет переход персонажа в платиновый ранг. Так что, друзья мои, голосуем за кого-либо. Наверное, ближе... Нет, наверное, сегодня я покажу, какие персонажи у нас еще есть. Но, в принципе, вы уже видели, вы знаете, ребята, кто у нас в платиновом ранге, кто у нас не в платиновом. Это есть только для вновь прибывшим ребятам. Будет интересно посмотреть, кто же у меня не в платиновом ранге, а кто в платиновом. Так, давай я возьму, наверное, здесь Армагона. Раз, два, три, четыре. Так, Армагон, ну тут майки. Ну, он 61 уровня, в принципе, ничего он нам здесь не сделает. Хотел бы, наверное, что-нибудь сделать, но ничегошеньки у него не получится. Он даже крякнуть не успел, как Армагон их просто засыпал валуном всех. Ну что же, двигаемся дальше. И у нас... Блин, очень медленно мы двигаемся. Очень, ребята, много поединков мы с тобой провели здесь. И очень медленно мы продвинулись. Вот согласись. Это прям, ну, никуда не годится. Бойцы-то не резиновые, они же заканчиваются, ребята. Я еще даже в Лигу Мастеров не попал. В родные, как говорится, пенаты. Нет. Три звезды сегодня не будет, это однозначно. Но есть, как бы, небольшое для меня утешение. Потому что сегодня пятница, получается, да? Сегодня же пятница? Пятница. Вот, и получается, что суббота-воскресенье, еще будут дни. Единственное, что пятница и суббота я работаю. В моем распоряжении только остается воскресенье и понедельник. Но я думаю, что я успею за это время добраться до платинового трехзвездочного ранга, скажем так. Какой платиновый трехзвездочный? Че ты, Рэй, несешь? Че несешь? Какой платиновый? Все, ребята, это уже трындец. Я думаю, я платиновом ранге, как бы перевести персонажа. В то же время думаю о Лиге Мастеров 3 звезды. И в голове у меня вот так, в такой вот каше, в таких задумках получилось то, что вы услышали. В общем, вы поняли, да, что я хочу попасть в Лигу Мастеров 3 звезды и получить себе платинового бойца еще одного. Трэш. Так мысли у меня давно не путались, если честно.
Еще главное получается так. Я говорю, я понимаю, что я говорю, говорю, а осознаю об этом чуть позже. Старость. Старость. Деменция, друзья мои. Фигли. Ай, господи. Плюс еще столько проснулся, еще башка не варит. Ну, такую ересь, конечно, придумать. Так, ладно, давай, ну, наверное, бомбанем. Опа, 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 а, нет. Ну, Рафаэль, я думаю, выдержит. И добьет. Красавчик. Хотя вот это вот один из сильных ударов, ребят, когда маузеры делают колесо. Ну, да уж, но... 13 ступенек пролетели. Вот вам, ребята, итог. Уже чертова дюжина боев у нас проведена. И мы еще до сих пор даже не ранганулись, так скажем. Офигеть просто. Так, ну давай, Донни, припечатай маленько их. Добьешь? Красавчик. Тандемчик какой, да? Донателло плюс Бакстер Стокман разносит всех. Неужели? В Лигу Мастеров, ребята, я вернулся только сейчас. Так, а вот теперь нужно еще, ребята, там попробовать попыхтеть и как-то нам продвинуться. Сейчас будем что-нибудь придумывать. Так, берем с тобой Кренга. Берем с тобой Кренга, берем с тобой вот этих вот ребятушек. Ну что, Кренг, радость ты моя, я надеюсь, ты меня не подведешь. Все сделаешь красиво, безукоризненно, чтобы никаких претензий не было. Да? А мы это сейчас, ребята, и посмотрим, как у нас тут все пройдет. Замечательно, Кренг, как всегда, друзья, нас не подвел. И мы спокойненько двигаемся дальше. Будем смотреть, сколько мы примерно... Слушай, ну десяточку. Десяточку мы с тобой берем по продвижухе. Как бы, с одной стороны, и хорошо, с другой стороны, блин, мало, ребята. Мало, потому что у нас уже, семидесятники. Опачки. А чё так, а чё так резко-то? Чё так быстро-то? Я чё-то не вдуплил. Почему так моментально уже 70 уровень? Эй! Я только в Лигу Мастеров одна звезда зашел, уже 70-ники пошли. Вы чё? Странно. Ну ладно, мне придется, ребят, здесь отбиваться. Уж как-нибудь. Так, ну чё, 75-я? А, 76-я. Все, ребят, 76-я. Ну да, по десятке, ровно по десятке выходит у нас. А бойцов у нас... Как кур нещипанных. Очень мало, ребят, одним словом. Очень мало бойцов. Поэтому я беру на откат одного маузера, чтобы продвигаться нам чуть-чуть побыстрее. Ну и, соответственно, тут же безопасность главное. Главное, чтобы безопасно, без потерь. Поэтому в маузере я на 100% уверен. Это, наверное, единственный персонаж, вот маузер и Армагон, в которых я уверен. Но в маузерах я, наверное, уверен больше, чем даже в Армагоне сейчас. Я не знаю, с чем это связано. Вроде бы, как бы, Армагоша меня никогда не подводил. Ну, я, наверное, тебе скажу, что у него просто быстрее, наверное, делается этот суперудар. То есть, Армагон там пока подлетит. Хотя это тоже, ребят, сбор, ножки свои поддергает, хоп-хоп. Ну да, не так уж и быстро, в принципе. У Армагона даже, наверное, быстрее. Он подлетает, бьет хвостом валун и пробивает. Надо будет, кстати, сравнить характеристики по атаке у Маузера и у Армагона. Что такое? Что вот мы с тобой... Вот давай сейчас возьму, ребят. Ну, 67-х-то он, конечно, покромсает. А вот 70-е, 72-е... Вот здесь уже вопрос. Мне кажется, мы даже с тобой в Лигу Мастеров 2 звезды что-то не попадем сегодня. Судя по нашему продвижению и по тому, сколько осталось у нас бойцов. Что-то вообще какой-то кисляк. Меня это начинает немножечко расстраивать. Если можно сказать, немножечко. Ну что, 45-я сейчас будет, да? Это еще получается 4 поединка по 5. 4 поединка по 5. Это 20 бойцов. У меня тут 20 бойцов не будет. Вообще никак. 1, 2, 3, 4, 5.
Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, будет, ребят. То есть, ну, даже если мы с тобой перейдем, мы перейдем, ну, вот только-только, ребят. Без запасика. А ты сам знаешь, что без запасика смысла нету. Полтишок, семидесяточка. Ну, лучше полтишок, конечно, иметь. Я имею в виду по 50-й ранг, например. Да что такое-то, я не понял. 50-й ранг Лиги Мастеров 2 звезды. Тогда 100% гарантия, что когда мы заходим в следующую серию, мы с тобой не слетаем с ранга. Остаемся на нем, но где-то будет там 99-я, может быть, около соточки прогресс. Но не теряем лигу. А это, как говорится... Так, подожди, у нас было бы, по-моему, 23, я видел там, да? А, вот, 17-23, отлично. Так, ну вот смотри, 74-й уровни. Вот давай посмотрим. Блин, а что я хотел? Я же хотел Армагона проверить. Ну, в принципе, Маузер тоже сейчас для проверки пойдет. Давай. Так, так, разбегается. Бумс. И Рафаэль выживает. Все-таки один выживает кто-то, да? Ну, хорошо. Так, сейчас будет 22-я позиция. А, 23-ю дали все-таки. Зажали. Дали мне 9 кубков вместо 10. Так, подожди. Вот сейчас возьмем с тобой Армагона. Так, 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 так. Вот приблизительно... А, нет, тут 76-й уровень, ребята. У Армагона выпал 76-й левел. Противник, блин. Там 74-й были. Но сейчас посмотрим все равно. Давай глядеть. Ну, слушай, 74-й не подбил, 76-й и подавно. Черт его знает, как тут определить, кто из них сильнее, Армагон или же Маузер. А вот что ты думаешь? Напиши об этом в комментариях мне. Вот, как думаешь, Армагон сильнее или все-таки Маузера? Вот ты смотришь просто, тебе же видно как бы со стороны, что этот персонаж сильнее или слабее. Я со своим замыленным глазом, как говорится, сейчас толком и не определюсь, кто из них мощнее и сильнее. Все они вроде бы как бы хороши, но все равно должен быть лучший. И, кстати, откаты у меня кончились. Ну-ка, Маузер, сейчас посмотрим на него. Ну, не знаю, блин, ну вот мне кажется, что Маузер все-таки сильнее, ребят. Все-таки он как-то так пободрее бомбит, и противники так по-шустрому падают. Да дайте ты мне уже в Лигу Мастеров-то перейти, ну, вторую звезду. Господи, ну что вы тут сопли-то жуете, а? Я вот этого не понимаю. Как это все долго, друзья, очень долго, ну. А, ну да, конечно, у меня же кончились... Кончились у меня, друзья, откатики. И получается, что это последний поединок сегодня на ринге. Ну, опять же, мы, например, даже если завтра в лучшем случае зайдем с тобой в игру, мы опять будем с тобой в Лиге Мастеров. Фиг знает в как... Ой, в... ну да, в Лиге Мастеров одна звезда. Фиг знает на каком дивизионе. То есть на 50-м можем быть. Это в лучшем случае, если мы будем на 50-м. Могут вообще нас спустить до 30-ки. Да, ну ладно. Ну что тут у нас? Ну вот 90-я позиция, говорю, она как бы здесь роли нам не сыграет. Так, открываем с тобой колоду. Здесь нам ничего толкового не выпадает. Заходим в задание и пойдем быстренько пробежимся по заданию. Так, серия испытаний. Мы уже с тобой заходим топово на второй круг. А почему у Маузеров так мало хп? Можно вопрос? Что-то я не понял, а почему у них так мало здоровья-то? Что это за неполадки такие? Кто это Маузера у нас тут умудрился наказывать? Так, вот этот хил надо приберечь, ребята. Я его тратить пока не буду. Я потом возьму Маузера и еще каких-нибудь слабых персонажей для того, чтобы просто залечить им раны.
Так, берем здесь провокацию на кожеголовом. А, валун. Давай, красавчик, бомби. Прекрасно. А вырубаем Ксевра Монтуса и Шреддера тоже заодно. Без потерь все четко пошло. Они даже удара не нанесли, причем никто. Удивительно. Так, забираем здесь награду. И теперь пошли делать ежедневки. Так, мутагена у нас 22 тысячи. Соответственно, у нас получается, что крысиный король получает 79 уровень. А Донателло... Блин, куда он опять? Вот он. А Донателло видение у нас должен прокачиваться, ребят, по навыкам. Значит, еще 5 автомобильных номеров. Один есть. Так, второй нашли. Третий. Четвертый. Единственное, хватит ли мне мутагена прапать? Так, пятый. Пятый этот нашли. Да. А не хватает, друзья мои. Мутагена-то мне не хватает. Вот такие вот пирожочки. Что будем делать? Да я даже не знаю, что тут. Что тут можно сделать? Ничего. Так, испытания, ребят. Союзники. Крысиному королю я возьму, наверное, лучше все-таки. Да ладно, и так пойдет. Да. Но тут нам мутаген не дадут, поэтому что я тут? Блин, я даже не знаю. Я вообще-то на другое рассчитывал. Я думал, что моя лисичка-сестричка забомбит их всех, а она оставила немножко хп. Ладно. Прощаю на этот раз. Давай, бросай свою плюху. Так, стоят бомжи, да? Да чтоб тебе. На, ботинком по башке. Хорошо, здесь у нас получилось... Ну, довольно легко. Самое главное, ребят, теперь нафармить нам эксперт снаряжения. Так, снаряжение союзники получили, поехали. Чего? Да блин. Так, микроскоп, который мне нафиг не нужен. Ноутбук. Жетоны вообще. Так, доллары. Ну вы издеваетесь. О, вот, ребятушки, эксперт снаряжения получил. Поехали дальше. Поехали с тобой дальше. Потому что эксперт снаряжения нужно будет, ребят. Ну, на самом деле, на них, ну вот именно на эксперт снаряжения, и не заканчивается фарм. Там, помимо этого, нужно и вот дополнительные, которые выдаются, тоже они нам понадобятся. Эксперт снаряжения, он прокачивает просто последний скилл. Ну, как сказать, последний скилл, не последний скилл. На последнюю степень скилла, до 7-й ступени, везде требуется эксперт снаряжения и добавочные, ребята. Добавочные, которые вот идут... Вот эти вот эмблемки. Ну, типа, блин, значок Ланфута и тому подобное. Но значки и вот эти, они для определенных бойцов, а эксперт снаряжения нам нужны практически для всех. И просто представь, сколько их нужно нафармить. Тысячи этих значков снаряжения нужно нам нафармить. Может, даже и больше тысячи. Очень много. Очень много, ребят. Поэтому это, наверное, будет самое последнее, когда ты будешь прокачивать скиллы до 7-й ступени. А у нас тут всего одна попытка. Ну да, конечно, жетоны. А вам рекомендую, ребят, проходить вот это событие. Угу. На супер шреддера осколки понадобятся, поверь мне. Так, что я... Так, подожди секундочку. Нам не хватает мутагена, да? Ну, что можно сделать? Просто пофармить что-нибудь.
Ну давай здесь, допустим, вот 4 пульта попробуем пофармить. Потому что там мутаген до 5000 нагонит все-таки. Ну вот сейчас догонят, ребят. Все, 5000 есть. Давай прокачивать до 3-й ступени, друзья мои. Свернуть горы. Ну что, маяк трицератопсов, да? У меня 47 откат. Нам еще с собой эти телепорты придется докупать. Потому что 47-46 уже остается. Камень Талика. А что? Вот, маяк дали. 30 ротонов этот. И пошли опять со своим Таликом. Все, друзья мои, закончилась у меня пицца, закончилось у меня все. Ну, пускай будет, все равно, ребят, прокачивать здесь придется абсолютно все. Так, друзья мои, ну что, наверное, на сегодня будем закругляться. Больше я пока здесь ничего сделать не смогу. Надеюсь, завтра увидимся. И попадем в Лигу Мастеров все-таки 3 звезды. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.